Йорабун, аньоасео. Это 13-й выпуск Индабхара, Хангуго Хуэхуа. Тема «Увлечения». Сегодня научимся спрашивать и отвечать о своих увлечениях. Давайте начнем. Сначала прочтем диалоги. Ольга Си, чумига моё? Ольга, чем вы увлекаетесь? Чуми – увлечение или хобби? Чонэн, чаджу, суёнгэль хэйо. Я часто плаваю. Томсон Си, чумига моё? Томсон, чем вы увлекаетесь? Чонэн, абоджи ва чаджу дынсангэль хэйо. Я часто хожу в горы с папой. Теперь прочтем все вместе. Повторяйте за мной. Ольга Си, чумига моё? Чонэн, чаджу, суёнгэль хэйо. Томсон Си, чумига моё? Чонэн, абоджи ва чаджу дынсангэль хэйо. Теперь посмотрим на картинки и ответим на вопрос, чем вы увлекаетесь. Чумига моё? Первое. Фотографирую. Саджин иль чигоё. Второе. Играю на гитаре. Гитарыль чоё. Третье. Готовлю. Юрирыль хэйо. Четвертое. Рисую. Кюримыль кюрёё. Пятое. Рыбачу. Накширыль хэйо. Шестое. Играю в футбол. Чуккурыль хэйо. Теперь заполним пропуски в диалогах. Чумига моё? Чем вы увлекаетесь? Я люблю танцы. Чонэн чумэль чуахэйо. Часто танцую. Чаджу чумэль чуахэйо. Второе. Чем вы увлекаетесь? Чумига моё? Я часто с друзьями играю в теннис. Чонэн чингуа чаджу теннисэрэль чуахэйо. Я очень люблю теннис. Теннисэрэль аджу чуахэйо. Третье. Чем вы увлекаетесь? Чумига моё? Я учу корейский язык. Чонэн хангугорэль комбухэйо. Я люблю учить иностранные языки. Чонэн вэгуго комбурэль чуахэйо. Теперь прочтем диалоги о действиях, которые мы часто выполняем. Ольга Синэн чаджу чаджонгорэль тайо? Ольга, вы часто катаетесь на велосипеде? Нэ, комбонэсо чаджу чаджонгорэль тайо. Да, я часто катаюсь на велосипеде в парке. Томсон 씨는 택시를 자주 타요? Томсон, вы часто ездите на такси? 아니요, 거의 안 타요. 지하철을 자주 타요. Нет, практически не езжу. Я часто езжу на метро. Теперь прочтем все вместе. Повторяйте за мной. Ольга 씨는 자주 자전거를 타요? 네, 공원에서 자주 자전거를 타요. 톰슨 씨는 택시를 자주 타요? 아니요, 거의 안 타요. 지하철을 자주 타요. Посмотрим на следующие слова. 항상 обозначает всегда. 자주 часто. 가끔 редко, иногда. 별로 안 거의 안 практически не, почти не. 전혀 안 совсем не. Теперь используем их в предложениях. Первое. Я всегда пью кофе по утрам. 저는 아침에 항상 커피를 마셔요. Второе. Я часто утром занимаюсь спортом. 저는 아침에 자주 운동을 해요. Третье. Иногда я езжу на такси. 저는 가끔 택시를 타요. Четвертое. Я практически не играю в игры. 저는 게임을 거의 안 해요. Пятое. Я совсем не ем мясо. Я ем только овощи. 저는 고기를 전혀 안 먹어요. 채소만 먹어요. Теперь заполним пропуски в диалогах. Первое. 게임을 자주 해요? Вы часто играете в игры? 아니요. 저는 게임을 안 좋아해요. Нет, я не люблю игры. Я совсем не играю в игры. 게임을 전혀 안 해요. Второе. Вы любите фильмы? 영화를 좋아해요? Да, я очень люблю фильмы. 네, 저는 영화를 아주 좋아해요. Поэтому часто хожу в кинотеатр. 그래서 자주 영화관에 가요. Третье. Последнее время вы тоже часто рисуете? 요즘에도 그림을 자주 그려요? Нет, последнее время много работы в компании. 아니요,
요즘 회사에 일이 많아요. Поэтому по выходным я редко рисую. 그래서 주말에 가끔 그림을 그려요. Теперь прочтем диалог об увлечениях. 톰슨 씨는 취미가 뭐예요? 톰슨, чем вы увлекаетесь? 네, 저는 자주 아버지와 낚시를 해요. Я часто хожу на рыбалку с папой. 올가 씨는 취미가 뭐예요? Ольга, а чем вы увлекаетесь? 저는 요즘 세종학당에서 한국어를 공부해요. Последнее время я учу корейский в центре Сиджона. 한국어 공부가 재밌어요. Учить корейский интересно. 그래요? 그러면 가끔 한국 드라마를 봐요? Правда? А вы иногда смотрите корейские сериалы? 한국 드라마를 정말 좋아해요. Я очень люблю корейские сериалы. 그래서 자주 한국 드라마를 봐요. Поэтому часто их смотрю. Теперь прочтем все вместе. Повторяйте за мной. 톰슨 씨는 취미가 뭐예요? 네, 저는 자주 아버지와 낚시를 해요. 올가 씨는 취미가 뭐예요? 저는 요즘 세종학당에서 한국어를 공부해요. 한국어 공부가 재미있어요. 그래요? 그러면 가끔 한국 드라마를 봐요? 한국 드라마를 정말 좋아해요. 그래서 자주 한국 드라마를 봐요. Теперь заполним пропуски в диалогах. Ольга, чем вы увлекаетесь? Ольга 씨, 취미가 뭐예요? Каждые выходные я хожу в горы. 전 주말마다 등산을 해요. Томсон, а чем вы увлекаетесь? 톰슨 씨는 취미가 뭐예요? Я люблю плавать. 저는 수영을 좋아해요. Поэтому после работы всегда плаваю. 그래서 퇴근 후에 항상 수영을 해요. Правда? А я боюсь воды. 그래요? 저는 물이 무서워요. Поэтому совсем не умею плавать. 그래서 수영을 전혀 못해요. 톰슨, а вы любите ходить в горы? 톰슨 씨도 혹시 등산을 좋아해요? Да, очень люблю. 네, 아주 좋아해요. В выходные я часто хожу в горы. 주말에는 자주 등산을 해요. На этом все. Спасибо за просмотр. Увидимся в следующем выпуске. 또 만나요!